Слухаємо телеглядача. Так. Не буде такого. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло. Так, вітаю, добрий вечір, як вас звати і звідки ви? Алло, здравствуйте. Мене звати Лідія. Я з Києва. Алло. Слухаємо, слухаємо вас, прошу коротко. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що кожна жінка думає о своїх дітях, о своїх внуках і правнуках. І я, як мать, всех, кто кричал «Россия, Россия», я бы всех расстреляла, понимаете? Всех расстреляла бы. Потому что я не хочу, чтобы у нас снова началась война. Я не могу этого сделать. Поэтому все, кто там кричал, просто их надо судить. Если эта бабушка отсидит 8 месяцев, она больше не будет кричать. Она 10-му скажет: «Не надо, нам Россия не нужна». Каждый должен быть наказан, дорогие мои, потому что каждая женщина думает о своих детях. Понимаете? Дякуємо, дякуємо за дзвінок, дякуємо за вашу думку.